И хорошо, сейчас я позову, надеюсь, чувака, который все-таки энергетику так добавит, тут сейчас что-то замутит, но он говорит, что он какой-то необычный будет. Святослав Коровин, пожалуйста. Что? Так, он будет долго. Добрый вечер. На самом деле, я сегодня решил немножечко показать такой спектакль, не спектакль, скорее монолог и воспоминания. Воспоминания о прошлых днях. На самом деле, 6 лет назад я пошел служить в ряды нашей замечательной, хорошей армии. И вот именно в этом кителе я оказался в танковых войсках. Пришлось забыть о панк-роке. Я служу в странном месте, где-то в Ленинградской области. Если посмотреть с Google карт, то это похоже на размытое пятно, потому что это секретное место. Оно находилось в 7 километрах через лес от ближайшего населенного пункта. И представляете, идти зимой в 8 утра по лесу. Там реально выли волки. Проснулся, никого вокруг, лишь ветер обрывает пожелтевшую листву и снег бросает мне в лицо. Не повезло, один в лесу без карты, компаса совсем один. И ночь спустилась, этих тем боится каждый виртуально. Не испытав таких чудес, когда зимой в снегу завязнув, ты в темноте идешь сквозь лес, и бьется сумка, трет плечо, ремень. А в сумке водка и коньяк, так хочется согреться, но никак. И куришь сигареты, одна другой противней. В такое сложно верить, никакой системы, начало стиха хотя бы было романтичным. Но в жизни, в полутьме, в лесу зимой, все, что тогда я говорил, насквозь являлось неприличным. Но на самом деле была не только зима, там было лето. Летом рядом с нашим полигоном оживало садоводство. И, соответственно, ходили автобусы до станции. Если идти не через лес, а по трассе, то это 12 километров. Автобусы ходили как хотели. И уезжая туда домой с выходных, приходилось ловить попутки на выходной. Из точки все презревшие карты, домой, где город и мосты, с утра, пока все спят, дорога ведет к шоссе, вокруг кусты и синий небес. Над головой решено, в такое утро все автобусы до станции давно уже уехали, а я на остановке зря стою и жду, но руку вскинув, торможу, гремящий, как ведро с гвоздями, «Жигули, шеф, подвези». И он открыл мне двери, я рассказал ему о многом, скрепляя присказкой «Ты хочешь верь, а хочешь мне не веришь», и мы, доехав до перрона, решили дальше. «Шеф, прости, но денег нет, а он до дома. Нам оказалось по пути, и я ему стравил все байки, и сам себе казался неуемным. А он, когда доехали, сказал мне «Спасибо, что развлек, а то сломался радиоприемник». Я не могу сказать, что служба в армии была в тягость. Самым сложным было ощущение времени. Оно словно бы закручивало спирали и никуда не вело, потому что все было настолько медленно, что казалось, что твои часы остановились. Долго, все тянется долго. Действительно даже, кажется, что кто-то покажет тебе другие часы. Нет, у всех одинаково. Делать здесь нечего, все протекает само. Медленно, верно, в окно упирается солнце. Бывают звезды и дни чередой с ночами. Учуял случайно, раскрыл секреты. Звезды глазеют с плечей, но путеводных нету. Нет, путеводных точно, пути никакого нету. Так застревают во времени между зимой и летом. Так замирает реальность. Так замирает пространство, нам оставляя мысли, и мысли безумные танцы. В этой всей скуке были очень яркие моменты. Например, праздник, посвященный нашему роду войск, я танкист. И тогда, во второе воскресенье сентября, на полигоне под Сертолово собираются люди. Они приезжают из нашего города, из ближайших поселков. И смотрят, как летают Т-80 и на лету стреляют. Так странно. Наблюдать изнанку сказочного шоу. Вот рев машин, прыжок, огонь, вот так красиво и изящно, стон земли под поступью чеканящие шаги и танки. Ты попробуй загляни, каким трудом и кровью, как с риском для здоровья, не спя ночами, проводя часы на полигонах, товарищи в погонах готовили тебе твой персональный Голливуд. И пули льют, и поднимают флаги, и в землю зарывается снаряд. Противник будет точно здесь повешен. Рад ли ты такому? Рад! Конечно, рад! Но знал ли ты, как несколько недель под мат, угроза, неумение пробрались те, кто сделал это шоу, которое вошло в стихотворение? Частым спутником наших странных дней был алкоголь. Мы были офицерами. Мы покупали дешевую водку или пили дорогой коньяк, который привозили нам родители призывников. Это было похоже на взятку. Знаете, приехал человек, привез ящик винограда и большую бутыль дорогущего коньяка и сказал: «Отпустите моего сына в увольнение». Что делать? Мы иногда плевали на приказы комбата и отпускали.
Опять налил стакан и выпил. Я вижу силуэты и черты, они как я, но мне не хочется напиться среди лоскутной гулкой пустоты. И вновь безумные идеи, скандалы, склоки, пьяный бред. Вот так меж пальцев пламенеет зажженный порох сигарет. Потом на утро тени встанут, затем, чтоб вечером опять сгонять до магазина, если рядом. Тогда так сложно устоять и честь мундира не пороча, вести неважную игру. Весь вечер на экране порно, шансон в магнитофоне поутру. Вот так вот засыпая ночью, когда реально плохо от вина, среди бредовых мыслей лезет одна, а если через час война? Святослав Король. Хорошо, давайте, кто за Святослава Королина? Поднимите руки. Ой, даже Лариса подняла опять. Интересно. А? Вы за всех? Понравилось, что ли? Хорошо, а есть кому не понравилось? Так, я сейчас ниже. Да, иди сюда, чтобы тебя видно было. Быстрее только выходи, пожалуйста. Господа офицеры, представьте. Александр Ильярта. Просто, короче, ты очень орал. Ну, я вот говорю же человеку все-таки. Ну, в общем, ты очень орал, и это было монотонно, я немножко призаснул. И ты иногда описывал вещи, вполне себе обыденные, но добавлял излишнего трагизма. И если бы ты делал паузы и крещендо доминуэндо, то было бы это лучше воспринималось и вообще воспринималось. А стихи понравились? Это композиционно. Я не особо понял, о чем вообще речь. Очень громко. Стихи о том, что танкист, там, его переживания в армии, что-то такое, да? Хорошо, Слава, есть что ответить? Я могу сказать, что я никогда не слежу за своей интонацией, она какая есть, такая есть, я никогда не стою у зеркала и не продумываю, что мне и как считать. Я думаю, это правильно, потому что репетиция убивает творчество. Хорошо. Ладно, не будем занудничать, Слава действительно молодец, вот сюда поднимает энергетику, а вообще содержательная часть — это дело автора. Андрей Чириков, вам понравилось, как пишет Святослав Король? Театр поэтов выступление очень хорошее. Но, по-моему, это не стихи, а некая мини-проза. Так он сказал, что это будет проза, заметки танкисты. Вы что, тут сумасшедшие все, что ли? Ты спрашиваешь моего мнения. Так я же, Почему я должен повторять, что я говорю свою? Хорошо, Лариса, у вас есть какие-то? Дело в том, что это не только мини-проза, возможно, это плохая мини-проза. Ларис, можете что-то, пару слов? Лида, переведите, когда я обращаюсь к Ларисе, переводите камеру в Ларису. Спасибо. Ну, могу сказать, что, во всяком случае, вот энергетика у автора, я просто как человек все-таки сцены, могу сказать, что человек, обладающий абсолютной энергетикой. Согласна с оппонентом, который выходил и высказывал свое мнение, да, немножечко вот такая вот подача, гиперяркая и немножко однообразная, действительно в какой-то момент притупляет восприятие вот именно самого слова, потому что вот хочется взять и прочесть, чтобы понять смысл. Да, он на аутизме идет. Поэтому вот такого, наверное, полного мнения у меня нет, потому что что-то мне очень понравилось, что-то я просто действительно где-то в какой-то момент перестала воспринимать. Ну да. Ну вот, Слава, вот такое мнение, между прочим. Ну, у него, да, у Славы есть такой момент, что он все время очень, когда вот если кричит, то все время долго кричит. Ну, ярко, да. Вот, почему, кстати, дорогие друзья, почему вот Лариса Уста здесь сидит, почему она говорит что-то? Потому что Лариса Уста – член жюри премии «Послушайте» имени Велимира Хлебникова. Когда мы вручали премию «Бродячей собаке», она не смогла прийти, она в это время летела в самолете, я это все говорил. Вот. Но Лариса, она любитель поэзии. И вы поймите правильно, что в данном случае мы не… Поскольку мы заявляемся как театр поэтов, да, сценическое некое действие, а Лариса Уста собаку съела на сцене. Ну так можно сказать. Да, и не одну. Поэтому она здесь и, как говорится, говорит какие-то слова.